Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І традиційно у цій порі я запрошую вас до бесіди, присвяченої життю багатонаціональної братії Миколаївщини. Сьогодні до нас завітали цікаві гості. Вони є представниками громадської організації «Болгарський культурно-просвітницький центр Тирновка», голова товариства Анатолій Волчов, заступник голови Наталя Назаренко, а також Єлизавета Пономар, учасниця ансамблю болгарської пісні «Чучулічки». Я вас вітаю! Та й дякую, що ви сьогодні з нами, але за доброю традицією хочу привітатися вже на вашій мові добрячі душлі. Добре душлі, да, добре заварили. Дуже приємно. І насправді, коли зустрічаємося з привітною багатонаціональною братією Миколаївщини тут у нас студії, завжди бачу усміхнені обличчя, добрі очі. І як добре, що ми збираємося в єдиному колі. Я зараз говорю українською мовою, ви спілкуєтеся російською, ми добре розуміємось, правда? Да. Ми теж добре знаємо українську мову, вільно спілкуємося. І це прекрасно. Насправді, давайте трохи для наших глядачів зануримося в історію і розкажіть нам, будь ласка, як давно працює центр, який ви представляєте? Наш центр працює вже около 3 років. Офіційно в цьому році нам буде 2 роки, от в октябрі. Но роботу ми почали гораздо раніше, це около 3 років вже. В 2012 році, з самого початку, з января місяця, нам поступило перше приглашення від одеських болгар. Це наша діаспора, серце діаспори болгарської в Одесі, столиця, можна сказати, українських болгар. Есть там всеукраинская государственная газета «Роден край». Дора Ивановна Костова, главный редактор этой газеты, и они очень активно работают на ниве возрождения и сохранения поддержки болгарской культуры. И мы с ними тоже уже несколько лет сотрудничали. Я где-то года с 10-го примерно начал писать на болгарском языке статьи, рассказы, стихи, переводы делать и так далее. Мне хотелось попробовать себя где-то, потому что ну, где я могу в Терновке со своими литературными пробами пера показаться. И вот я вышел на «Роден край» наконец-то. И вот так вот с этого момента они мне тогда дали 3-е место, первый раз я участвовал. И с этого момента пошло. И вот кончилось тем, что Дура Ивановна, как крестная мать нашей организации, можно сказать, она меня начала активно подталкивать. «Толя, давайте открывать организацию, вы активны, у вас большой потенциал, большие возможности и большой блеск в глазах. Я вижу, что вы потянете эту работу». И Получилось. Наталь, сколько вас сегодня, сколько единомышленников и людей, которые понимают суть работы? Ой, ну вы знаете, мы как бы ну, не считаем прямо раз, два, три, четыре, пять, но с каждым разом нас, с каждым днем, наверное, нас становится все больше, больше и больше. Очень радует, что люди приходят сами, предлагают какие-то там свои идеи даже, всегда откликаются на помощь, помогают. Очень много молодежи, приводят деток. Чтобы детки маленькие тоже принимали участие в наших концертах. Потому что наша активно очень, мы бурно свою деятельность так ведем. Мы готовы каждый праздник отмечать, праздновать, переплетать вот с украинским, с болгарским, с русским. Неважно. Чтобы людям было это интересно, чтобы люди могли отдохнуть и что-то новое узнать, и повеселиться, так сказать, и все. Поэтому радует, что люди приходят к нам. Работа идет, а? Да. Это очень-очень хорошо. Очень радует, что очень много болгар бессарабских появляется в наших рядах, потому что, ну, как бы, Терновка, понятно, да, ограниченное компактное поселение. Да, да. Но очень много в Николаевской области сейчас волей судьбы, так или иначе, заброшены бессарабские, запорожские, таврийские, так называемые болгары. И вот с каждым днем их все больше и больше проезжает. Именно вот это очень тоже радует, что люди узнают, вот, видят телевидение, еще где-то по газета, интернет, естественно. Сейчас, сами находят, сами звонят, сами где находят. Вас найти, как вам приехать. Хорошо, ребят, а что движет людьми? Для чего это все? Это экстравагантность какая-то? Знаете, какие-то экзотические такие моменты, что я не такой, как все, и хочу быть, вот сегодня подчеркнуть. Я не думаю, что это экстравагантность. Мне все-таки кажется, что люди хотят знать свои корни и традиции свои поддерживать, и как-то хотя бы хоть чуть-чуть сохранить, потому что бабушки, дедушки, да, прабабушки, прадедушки, их, ну, к сожалению, с нами уже не остается. И где тогда искать? Вот, если вот родина находится там где-то в Одесском районе, да, они каждый раз могут туда ездить, но хочется быть ближе к своим. Поэтому приезжают к нам, да, и вот всегда рады с нами быть. Вакуум у людей появляется в душе. Они оторвались от родных мест, от родной истории, культуры. Ну, все, это ж... Плоти крови, так сказать, каждый болгарин, да. Я с вами согласна, однако давайте послушаем все-таки молодое поколение. Да. Лизонька, что вам интересно в работе общества? Ну, самое интересное, это то, что я состою в коллективе «Чучулички». Да. Мы поем с девчонками, мы путешествуем, и это, наверное, самое интересное.
С детства я и также как мои солистки девочки с этого ансамбля, мы занимаемся вокалом. И здесь мы нашли друг друга. Мы здесь в своей стихии, в своей компании, мы занимаемся любимым делом. Мы поем, мы танцуем, мы развиваемся, мы изучаем болгарскую культуру. И такой достаточно хороший плюс, бонус ко всему, мы путешествуем по Болгарии. Это мы круто. Уже не первый раз были в Болгарии, это стало нашим вторым домом. Лично для меня это стал второй дом, потому что там появилось много друзей. Нас туда зовут, приезжайте, живите, оставайтесь у нас, будем рады вас видеть. И это ну, очень нравится, радует. Нас это объединяет. Это правда, это радует. Шановні друзі, а зараз можна бачити підтвердження того, про що говорять наші гості. Я запрошую вас відпочити надалі також трошечки і переглянути наступну відеозамальовку. Маленька подорож у країну Болгарію. Безумовно, цікаво, насичене таке життя культурних національних товариств Миколаївщини. І сьогодні ми маємо можливість долучитися до болгарської культури. І, шановні гості, давайте поговоримо про заходи. Тому що сьогодні ми бачили, знаєте, такий сімейний фотоальбом, так? І кожна сторінка – це окрема сторінка і окремі, знаєте, такі події життя. Які навіть такі цікавіші заходи і традиційні вже заходи, тому що знаю, що є? Традиционно мы, конечно же, празднуем День Терновки, День села. Мы сейчас хоть уже, конечно, не село, микрорайон города Николаева, но тем не менее свои самобытные черты Терновка сохранила, при всем том, что в данный момент у нас проживает 33 национальности, и на 11 тысяч человек это довольно-таки немало, но в то же время все очень дружно живут, и мы празднуем все праздники. В принципе, вот в этом году первый раз решили попробовать отпраздновать День Независимости Украины. На берегу реки, в живописном месте. Людям очень понравилось формат народной гуляния с конкурсами, с призами, с болгарской, естественно, кухней. Ну, шикарно, что говорить. Люди, каждый, вот благодаря, может быть, поэтому людей все больше и больше и больше. Потому что людям просто нравится сам, может быть, наш стиль работы. Потому что мы разнопланово работаем, мы устраиваем различные праздники. Вот в этом году мы восстановили очередной праздник болгарский. Каждый год мы восстанавливаем один-два каких-нибудь или обряда, или традиции. Вот Эмирден. Да, есть Ивана Купала, праздник у всех славянских народов. Да. Мне стало интересно, думаю, как же так, неужели болгары его не празднуют? Я залез в интернет, смотрю, Эмирден. Пошел к бабушке, у меня там соседка, бабушка в 90 лет. Произнесите, чтобы мы правильно понимали. Эмирден. Эню – это форма имени Иван болгарская. Да. Одна из форм, их много. Эмирден, Иванов день, другими словами. Девочки выучили обряд, песня очень красивая, все это, ну, праздник получился великолепнейший. Сейчас хотим, вот у нас День Терновки, это начало октября, конец сентября исторически. Болгары сюда приехали в 1802 году.
В этом году 213 лет. Дата вроде бы не круглая, жизнь вроде бы не легкая, но тем не менее мы все равно обязательно его проведем. Это традиция, которая, это голос крови. Мы не можем от этого отказаться, это мы правда. Сделаем праздник. Сколько сегодня болгар проживает в Терновке? Ну, примерно на 11 тысяч жителей, треть жителей, 3-4 тысячи. Точнее, конечно, сказать тяжело, потому что очень много браков смешанных уже. Идет постоянная миграция, одни приезжают, другие уезжают. Самое интересное, что приезжают к нам жить, вот бессарабские болгары в Терновке сейчас. Есть семейства, которые сходятся, наша болгарка и ваш болгарин, и наш. Да, бессарабские болгары. Анатолий, а ну-ка давайте теперь о языке поговорим, потому что язык это самая главная, да, составляющая нации. Да, конечно. Как вы понимаете друг друга? Сохранили ли вы язык, собственно говоря, болгар, литературный? Язык это душа народа. Так. И, конечно же, без языка невозможно, не то что развитие, просто существование народа невозможно. Наш язык, мы не могли сохранить литературный язык, почему? Потому что когда наши болгары предки сюда приехали в 1702 году, еще, наверное, не было такого понятия, как литературный болгарский язык. Угу. На данный момент наш язык, который сохранился в течение 213 лет, законсервированно здесь пробывший, это, ну, это диалект, говор можно его назвать. Наречие, он, да, да, он, это западные говоры, ближе к Македонии, потому что приставка в будущее времени Ки, ну, это угу, специфические угу. свои такие моменты есть. Но мы понимаем, что да, вот за счет того, что участились поездки в Болгарию, болгары к нам приезжают, у нас сейчас очень активно идет взаимообмен культурный и ну, различный. И естественно, языки очень, за 213 лет современный язык ушел далеко от нашего языка, естественно, осталась общая лексическая база, остались общие элементы, но языки разные. И наш диалект, мы приезжаем в Болгарию, они, конечно, счастливы слышать нас, говорят, о, моя бабушка так когда-то говорила, или прабабушка. Они счастливы нас слышат. Некоторые люди даже просят, говорят, говори со мной только вот на своем, хорошо, на старом болгарском. Хорошо, понять можно, все равно, можно, да? Да, можно, да. Но тем не менее, надо учить современный язык, надо знать и тот, и тот. Я обожаю наш диалект терновский, какой бы он уже ни был, как говорят там. А вы дома разговариваете на болгарском языке? Да, да, да. И ваши родные тоже? Да, все, да, да, все с матерью, с братом мы разговариваем на диалекте нашем. Литературный язык, конечно же, он гораздо сейчас богаче уже, потому что... Ну, современные слова у нас, они заменялись русскими и украинскими за счет того, что мы были от метрополии отрезаны. Угу. Поэтому мы сейчас ввели курсы болгарского языка, я лично веду курсы болгарского языка на базе библиотеки, Терновской нашей библиотеки, они тоже у нас очень активные, болгары, молодцы. Кто приходит, молодежь приходит, дети или все-таки широчайший взрослые? Диапазон, ну, естественно, я с детьми маленькими пока не работаю, но вот вы этот вопрос зацепили и... Жизнь нас подтолкнула к этому. Да. В этом году сейчас, в принципе, мы открываем воскресную школу болгарскую. Будет обучение языку, истории, географии, литература, роден край. Будут танцы, песни, театральный кружок обязательно будет. Я знаю, ребята, что на базе 16-й школы, которая в Терновке, да, там были, да, уроки. Да, есть. Однако они сегодня есть. Они есть, да? Они а сегодня есть. Вы разворачиваете уже более масштабно, да? Да, болгаров в Николаевской области более 5000 по статистике. Ну, всех охватить невозможно, наверное, даже ни нам, ни школе 16-й. Да, будет. Понятно. Поэтому, Лизонька, да. Хочу к вам обратиться. Вы дома разговариваете на болгарском языке? Я вообще не болгарка, так. Я украинка по национальности. Так получилось, что я попала в болгарскую общину, потому что руководитель нашего коллектива стала директором Дома культуры, который находится в Терновке, и мы стали коллективом Чучулички. Вообще я украинка, а увлекаюсь болгарской культурой, пою в болгарском коллективе, изучаю болгарскую культуру. Это очень показательно. И идет язык нам учить уже. И вот уже буду идти. Пришло время, да, учить язык, потому что очень часто действительно бываем в Болгарии и не говорить по-болгарски. Хотя славянские корни все-таки, да, это оно сближает, и что-то относительно можно понять. Лиз, вот если для наших зрителей сегодня, вот именно для вас будет задача представить болгарскую культуру, вот что самое показательное, как вы считаете, вы общаетесь с этими людьми, вы сегодня входите в эту культуру, вот что самое интересное? Для меня в болгарской культуре очень интересно это... Ну, так как я пою, это, наверное, музыка.
Мне очень нравится их музыка, и она очень интересна своей спецификой тем, что она очень длинная. Вот, динамичная. Динамичная. Да? Не то, что даже динамичная, она длинная. Некоторые хоро танцуют по 10-12 минут. Объясним, что такое хоро. Хоро – это национальный танец болгар, так же, как у нас гопак, только у них хоро. Так, люди... становятся кругом, да? Да, люди становятся кругом, берутся за руки или под руки и танцуют по кругу, именно по кругу. Есть разные разновидности хоро, это и правое, и левое. Кому, ну, кто как изучает, кто в какой части Болгарии живет. И вот танцуешь, когда первый раз приехали, я удивилась, 5 минут, 7 минут, но когда уже 10, 12 минут и не заканчивается танец, ты уже устаешь, они все вот так вот танцуют, им это нравится, они входят в такое состояние небольшого транса, наверное, и людей увлекает, вот это самое интересное в их культуре, вот музыка сама, для меня музыка. Я абсолютно с вами согласна, потому что, в принципе, какие-то, знаете, вот каждая нация, каждая культура, она по-своему особенная. Да. И вот когда я интересуюсь очень часто в наших эфирах мнением человека со стороны, это, знаете, такие показательные моменты, потому что оно бросается в глаза. Я обожаю болгарские песни, я обожаю болгарскую культуру, кухню, это уже отдельный вопрос, да? Но, тем не менее, знаю, что у вас проводится действительно серьезная работа и по отслеживанию, сохранению традиций у вас работает музей. Да. Наталья, знаешь, что отремонтировали музей, в каком состоянии он сегодня? Ну, конечно, хотелось бы его, так сказать, глубже отремонтировать, но пока теми силами, которые более мы могли, да, более основательно, своими силами, конечно, спасибо всем неравнодушным терновчанам, которые откликнулись и помогали. Это за свой счет происходило все? Вы сами громадно собрались? Что-то свое, что-то спасибо нашим спонсорам. У нас есть спонсор Иванова Надежда Валерьевна, генеральный директор «Золотой колос» предприятия. Она всегда нам помогает, всегда откликается на наши просьбы. Огромное спасибо с ее помощью, с нашей помощью. Также наша Валентина Дмитриевна, председатель территориальной, да, нашей Терновки, скажем так, проще, она тоже всегда нас поддерживает, всегда помогает. Знаете, моральная поддержка тоже очень главная, да, когда собрался, надо делать, и есть поддержка, конечно, что да, действительно, конечно, правильно, давайте делать. Единомышленники, поэтому, тоже да, много. Поэтому мы, конечно, привели в порядочек, более все свеженько, все по-новому. Чуть-чуть у нас был представитель с Центрального музея, то есть он показал нам, как правильно, что Центрального музея Украины? Нет, областной краеведческий музей. Понятно, да, то есть правильно, делаем, что сейчас работаем да, с ними, они нам сейчас помогают. Сейчас экспозиция делается. Конечно, у нас, нам не получится нам воссоздать дом болгарский, да, потому что у нас немножко другой музей, у нас нет комнаты, чтобы мы болгарскую кышту сделали, да. Но хотя бы одну комнату мы представили. Мы добавили много экспонатов, потому что мы работаем вот над тем, чтобы собрать экспонаты. Мы привозим их со всех мест, где бы мы ни были. И болгары с нами делятся, и вот со всех сел. Вот Анатолий Федорович, если едет в село, то он никогда не возвращается с пустыми руками, он всегда привозит. Люди сами дают или вы просите? Как и дают, по-разному. А что самое ценное все-таки вы отбираете? Вот самые раритетные какие-то? Да, не знаю. Я хожу по Терновке, собираю экспонаты, встречаю наших болгар, там или, допустим, люди купили у болгар дом. Я говорю, что у вас есть? Да ничего нет, а вы хорошо подумайте. Может, гвоздь какой-то завалялся, квадратный, кованый, еще такой старинный. То есть, может, цапка, люди даже есть, иногда не имеет значения. Да? Не знают, все но то, что некоторые да. не знают, что это предоставляет ценность, да, вот, да, да, что да. это какой-то старый предмет. Это у все. Нас поэтому... есть несколько фотографий относительно того, как происходило все. И сейчас я хочу попросить режиссера, чтобы он показал нам, а вы прокомментируете, собственно говоря, как происходил ремонт музея. Вот так начиналось, ну, собственными да? силами, да, видно. Да, это мы поставили. Наш Виталик Иванов, есть такой терновский наш хороший болгарин, родолюбивый, да, бизнесмен. Он помог нам, дал, привез арматуры. Мы сами сели, сварили решетки, покрасили их и сами установили. То есть была такая своего рода меджия. Болгар, есть такое слово, меджия, это по-украински толока. Совместная работа, да? Да, когда все люди собираются, допустим, родственникам надо. Это вот мы у меня дома варим решетки, это я варил решетки. И собрались наши терновчане, члены дружества, не только члены дружества, то есть приходили все. Вот как нам на решетке, допустим, получилось железо найти. Приехал человек, раз посмотрел, второй, сразу так вроде это, а потом приезжает, что вам надо, чем я вам могу помочь.
Я говорю, вот решетки нужны на музей. Все, не вопрос. Поехал, привез это гарнитуру. Это хлеб, соль, кого это сказали? Уже открытие. Это уже это открытие, это болгарская делегация. Да. Это болгары из Бессарабии и из Болгарии. В этом году мы ехали на могилу хана Кубрата, основателя старой великой Болгарии, которая находится в Полтавской области. И, естественно, ехали через Терновку, они заехали, мы им провели экскурсию. Это экспозиция. Это вот, да, экспозиция обновленная, реэкспозиция сделана. Музей, конечно, ну понятно, что еще очень много. Во-первых, места не хватает. Мы очень много экспонатов насобирали, которые просто некуда деть некуда. У нас просто сундук, сундук бабушкин. Это наш фонд, это наш склад. Да, у нас два сундука, нам сейчас еще один подарили из Дилжелера, это Дмитровка, Татарбунарский район. Еще один сундук. Вот это у меня второй сундук, появился кладовка своего слушайте, рода. Слушайте, ребят, а вот общаетесь ли вы с местными жителями, бабушками, дедушками старыми, и как они учат? По сути дела, болгарская кэшта, комната, дом, это там очень все закономерно. Сохраняете ли вы вот то, что, собственно говоря, вот соседи говорят? Потому что, по сути дела, то, что как принято в у одесских болгар или где-то там в других регионах Украины, это уже не то. А здесь пока живы еще... Ну, как бы мы стараемся, конечно, это сохранить. Они участвуют, но... интересно им это? Ну, с нами делятся информацией, да, они рассказывают, конечно, как было, как сделать, как все, но исходя из того, что у нас комнаты, вот, да, в Мушинку музее, у нас раз, два, три, они все проходные, то есть мы не можем сделать отдельно, вот эта комната посвящена, вот, да, это кухня, допустим, да, это там зала, которая была, а это была спальня, там, у нас так не получается, нам хотя бы показать то, что у нас есть. Там, для уже... этого дом нужен, конечно. Да, надо купить старый болгарский дом в Терновке, который еще, к счастью, сохранились с определенной своей архитектурными изысками. Да. Да, то есть в определенной если последовательности вот так... сделаны некоторые вещи, которые вот идешь по Терновке, смотришь на дом, и ты понимаешь, что вот этот дом строили болгары, ему там 100-200 лет нашего. Точно такая. Наши люди. О наших людях. Давайте поговорим. Вот сегодня мы живем в многонациональной Николаевщине, да? Ваше общество входит в состав национальных обществ Николаевской области. Как вы сотрудничаете? Какие ваши конкретные предложения о работе общества? Как вы видите работу именно национальных таких вот маленьких обществ в деле сохранения мира на Украине? Потому что сегодня очень сложное время, и мы сопереживаем это время. Безусловно, она должна быть всеми вместе. Всеми вместе. Мы всегда откликаемся на мероприятия, которые организовывает Мурат Джамалович. Да, вот что мы всегда готовы. Всегда готовы поддержать, быть вместе со всеми обществами 8 мая. Как вы договариваетесь вот внутри? Ведь разные национальности. Совет национальных обществ там представлен очень достойными людьми. Тем не менее, общность дела, всегда вы вместе, всегда... Ну, когда мы с ними пообщались, они тоже всегда все готовы хорошо. Быть рядом. Да. Поэтому... Главное наличие свободной воли, доброй воли. Если есть желание, конечно. Безусловно. Проблемы. Нужно видеть, вот пример, вот девочка украинка, поет. У нас даже в обществе, говоря, не надо говорить даже, ну, широко расходиться, рада. Вот начнем с нашего общества. У нас, может быть, как раз именно поэтому мы находим и со всеми остальными обществами, потому что в нашем обществе так же само. Добро пришли на всички, то есть любому ну, да, добро добра. Пожаловать. Каждому, если вам каждому, интересно, да? Да, если вы хотите заниматься добрым, хорошим, созиданием, неважно, вот даже смотрите, казалось бы, да, мы болгарский культурно-просветительский центр, должны возрождать и поддерживать болгарскую культуру. Это наши статутные цели. Уставные и так далее. Но тем не менее, мы живем на Украине, это наша родина, она нас кормила. Да. Мы здесь строим свою жизнь, строим нашу державу. Естественно, мы поддерживаем ее и единство. Кому надо война? Никому это не надо. Никому. Нужен мир, мы хотим жить в мире. И поэтому начинать надо все вот отсюда, с места, там, где живешь. У нас в Терновке, я уже об этом говорил, 33 национальности великолепно все уживаются. В нашем обществе, как и в других обществах, люди всех национальностей присутствуют. Нет никаких проблем. Есть толерантность, есть желание найти общий язык. Да. И, естественно, от этого исходя трогаются все остальные хорошие вещи. Мы, естественно, с Радой национальных меньшин каждый год, вот в том году было за мир, было 26, кажется, апреля, было такое уже молодежного большое, огромное мероприятие, собирали все общины различные. Рядом с нами были русские, тут евреи стояли, там азербайджанцы. Все хорошо. Отлично, все хорошо. Просто. Мы вместе фотографировались, радовались, кушали баницы. Времени у нас, и тем не менее, я хотела бы вот обратить внимание на наш столик, потому что тут прекрасная такая коронка, и тут диплом. Елизавета, открывайте все карты, потому что это очень важное мероприятие состоялось, последнее, и наша да, девочка наша. Привезла вот такой вот диплом.
Привезла я этот диплом из прекрасного города Одессы. Там проходил конкурс «Мисс Балкани 2015». В Одессе, я так поняла, проходит этот конкурс не первый раз. Собирают всех талантливых девушек. По секретам мне ведущая сказала, что участниц было изначально не 6, как было на самом конкурсе, а 16. Так. То, что отбирали девочек по всем городам, всех желающих. Потом было уже 10 девочек, а по возможности приехало уже 6. Отбирали и по талантам, и то, как девушка сможет выглядеть в кадре, как она преподнесет себя перед журналистами. И вот прошло 6 участниц, и среди этих 6 участниц я выбрала победу. Этим девочка-украинка побеждает как «Мисс Балканы 2015». Я поздравляю, Елизавета, тебя, я поздравляю вас с тем, что вы есть друг у друга, и очень большая благодарность тому, что вы делаете. Я рада, что вы сегодня были у нас, вы поделились, вы такие искренние, вы яркие, эмоциональные. Радостно, что сегодня в Николаеве есть такие люди, и что мы вместе, и что мы все стремимся к миру. Пусть так будет и дальше. Я думаю, что мы встретимся еще в эфире не один раз. Спасибо большое. Пользуясь, одну секундочку, да. Пользуясь моментом, анонс поднюсь в Терновке. Так же, что не сказал. Всех николаевцев, терновчан, жителей города, гостей приглашаем 13 числа в Терновку на 2 часа дня на стадионе. Это за консервным заводом. Кто знает, кто не знает, услышите музыку. Музыка будет играть. Будет замечательный праздник с конкурсами, с весельем, с баварской кухней, с гостями, со всем. Будет шикарно. Приезжайте все. Думаю, что будет действительно весело. Дорогие друзья, я тоже хочу попрощаться с вами. Я желаю всем всего самого наилучшего. А эфир наш сегодня закончит Елизавета, болгарской песни «Как без нее». Елизавета, что мы будем слушать? Будем слушать песню, называется «Настамана». Поется о девушке, которая несла воду с речки, а все село танцевало национальный танец хоро. Акапельно. Да, акапельно. Так. Что имала кисме, стамена, стамена, майка и болена, легнала, легнала. Что имала кисме, стамена, стамена, майка и болена, легнала, легнала, майка и болена, легнала, легнала, посакала вода, студена, студена, майка и болена, легнала, легнала, посакала вода, студена, студена. Закінчується на цьому наш ефір. До наступних зустрічей на хвилі телеканалу «Миколаїв».